Еще оделся, фоторезистор пришел вчера, но я еще не ездил разбирать, поэтому пока что освещение все делаю. Так, что начинаем делать? Первое, это надо изолировать крольчиху от гнезда. Гнезда есть дверка. Оп. Мы закрыли дверку. Все. Мы закрыли дверку, но изолировали крольчиху. Вот. Теперь пошли. И здесь мы извлекаем гнездо. Извлекаем гнездо, ставим сюда, где по суше. Открываем. Вообще можно наверх, конечно, поставить. Ну, я вот сюда внесу. Опа. Мы это сделаем. Берем контейнер. Открываем крышку. Чудо-крышка. Наше гнездо. Вот оно. Сейчас придумаю, как поставить камеру. О. Это что ж такое делает? Прямо вот так вот. Так, во-первых, берем немножко пуха и кладем сюда. Этот пух нам нужен, чтобы у нас крыльчата не мерзли. Нам надо проверить, что у нас с крыльчонками. Ой, какие они маленькие, все пушистенькие. Соломка хорошая. Так, проверяем. Никого нету. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. О, здоровый. 9. Теперь смотрим. Убираем их пока сюда. Смотрим, что у нас тут есть. Ищем, может быть, какашки немножко выкинем. Ищем кого-нибудь из мертвых. Так, из мертвых никого нету. Это очень хорошо. Последа тоже я не вижу. Видимо, она его все-таки съела. Вот. Да, мертвых нет никого. Все. Перекладываем аккуратненько обратно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9.
9 ребятишек. Вот они у меня тут. Все. Пух есть. Я их положил. Все. 9 крольчонков у нас. 9. Гнездо закрываем. И отдаем мамке. Ну что, они все серые, все плюс-минус мать-отец, потому что они, ну, такие оба серые. Там уже посмотрим, в кого, в какую сторону больше. Вот, в ту или в другую. 9 полноценных кроликов. Теперь я их буду на ночь, скорее всего, закрывать. Да и днем, наверное, буду только 2 раза давать ей кормить, утром и вечером. Все, пошли поставим обратно. Там снизу у меня такие фанерные подставки, и гнездо стоит на них жестко. Вот, то есть не на сетке, а именно вот на таких флажках. То есть можно показать. Вот они, вот такие флажки. Вот они плотно стоят. То есть и доска вот ее тоже так же стоит. То есть очень удобно. Так. Все с пеноплексом, все тепленькое, там внутри в гнезде вообще жарище. И открываем ей домик, пускай проверяет, чего у нее там. Оп. Все. Прошу, пожалуйста, проверяйте ваше хозяйство. Поздравляю, мамзель. Послед, похоже, она все-таки съела. Умница, умница, умница. Так, ну это еще полдела. У нас еще есть другое дело. Ну, надо сегодня с Фрэнки разобраться. Фрэнки.